И всем привет, дорогие друзья, с вами Крипер. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Это быстрый, очень быстрый бета-тест моей новой сборки. Короче, это сборка, она как бы, не, сразу говорю, это не замена Реалкрафту. Реалкрафт я тоже буду снимать, это понятное дело, но вот эту сборку я не знаю, может быть, я ее добавлю и буду снимать Реалкрафт, эту сборку и Бэдвардс. А может быть, я доснимаю Реалкрафт и потом только буду снимать эту сборку. Сразу говорю, сборка еще не до конца готова, но как видим, при записи она не очень лагает, хоть у меня даже и чанки-то не на минимум. Можем даже сделать на минимум, и еще меньше будет лагать. Но это ладно. Сейчас сделаю на четверочку пока что. Вот. Тут есть какая-то вот такая штучка, уже вижу что-то новое. И давайте заглянем сюда. У меня установлен GE, я еще пока не заглядывал. Кстати, в инвентаре у нас появляется какая-то фигня. Чё это? Таинственный документ. Нажимаем и... что-то непонятное. Ну да ладно. 62 стро... Чего, блин? Чего нахер? Я точно сам эти моды сюда добавил? Ладно, допустим, нет, эту сборку серьезно я сам делал. Просто смотрел в Ютубе всякие моды, в интернете всякие моды. Алмазная кирка. Ладно. Вот. И вот это вот всякое смотрел. Вот, кстати, также я тут добавил Таункрафт специально, чтобы нам его изучать. Вот его очень сложно изучать. Там очень много вещей всяких. Там надо много строений строить, всякие фигни, то есть всякие ритуалы. А в магических похождениях мы даже ни разу ритуала не сделали. И вот я хочу специально его сюда поставил, чтобы его изучить нормально. Потому что мне реально его охота изучить. Вот. И я надеюсь, что вы, кстати, запомнили с магических похождений сюжет, потому что сюжет я в этот раз переводить не буду для вас. Я просто буду делать по своей памяти, потому что, ну... Зачем мне его переводить, если я его уже переводил? Короче, вы поняли, надеюсь. Так, вот. Нет, вещей тут реально много. Чё вот это такое? Фасад какой-то, блин. Его тут просто неимоверно много. Ну ладно, без этого даже фасада, в принципе, тут все равно до хрена вещей. О, офигеть, конечно, да. Ладно, в первый раз вижу столько страниц у себя на компьютере, еще и чтобы не лагал комп. Это вообще шикарно, конечно. Вот, сборочка, да, получается очень крутая. Сразу говорю, это еще не все моды. Я, может быть, еще сюда Industrial Craft добавлю, еще что-нибудь сюда добавлю. Специально добавлю всякие моды на всякие штуки, которые, типа, ну, знаете, будут... Как бы надо будет строить, короче, чтобы всякие механизмы. Потому что я хочу строить всякие механизмы. Это, я как понимаю, нефть. Вот, я хочу всяк... Или это смола, я не знаю. Но я в ней застреваю. Но это, скорее всего, нефть. Вот. Ах, чтобы как бы строить всякие механизмы, я хочу добавить еще всякие моды. Вот. Но тут есть, конечно, такой мод. Тут можно вроде даже карьер построить. Я точно не помню. Сейчас посмотрю даже. Карьер. Да блин, карьер. Вот, карьер, рамка улучшенного карьера и улучшенный карьер. Короче, ладно, допустим, я себя пока что не опнул, я не знаю, как это сделать пока что. Нет, я знаю, как это сделать, в том смысле, что я не могу этого сделать. Так, рамка карьера, кстати, никак не крафтится. А, не. Просто ком завис. Понятно. Этой сборки сразу говорю. Но он у меня сегодня очень тупит. Ладно, понятно, рамка карьера не работает. Карьер. А он как крафтится? Чувствую, я попотею. А хотя... Ну даже, знаете, ну в принципе, даже не так сложно. Как я мог себе представлять там в мыслях. Но вообще это в принципе, возможно, и не так сильно прям жестко. А еще хуже нельзя было придумать? Это что, автоверстак? Автоверстак? Что? Так, подождите, что тут еще есть?
авто. Давайте напишем авто. Автоматический верстак. Автоверстак проектор. Автоматический арбалет. Продвинутый автоматический арбалет. Что за автоверстак? Автоматический верстак. Булыжник, деревянный эти. Ну, очень легко делается. Блин, реально, тут очень много всяких вещей, и мне уже интересно. Какие-то карты. Чё это вообще такое? Ё-моё. Ну вот, ребята, в принципе, реально, вот эта вот сборка очень будет крутая, я уверен. Но я также говорю, я RealCraft буду снимать. Я не знаю, я, может быть, буду снимать RealCraft вот это и Bed Wars. Может быть, я буду снимать RealCraft Bed Wars, а потом после того, как закончу RealCraft, начну снимать уже эту сборку. Этого я пока что не знаю, но... Бам. Ну а с вами был Крипер, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока, ребята.